Скажите, пожалуйста, в Санкт-Петербурге что делаете? Зубы приехал лечить. Давно? Неделю назад. С кем? Как понять, с кем? С кем приехали? Один. Один приехал, да? А откуда приехали? С Красноярска. То есть там постоянно проживаете, да? Да. Адрес проживания? Я уже все сказал, там записано все. Если интересно, в компьютере посмотрите. В компьютере написано, в камере не написано. Я говорю, посмотри. Там нормально, сейчас сложно. Там ничего не записывали. Новосибирская, 35. А в Санкт-Петербурге где проживаете? Я не знаю Санкт-Петербург. Я не могу сказать, где я проживаю. Но вы говорите, неделю на. Но я у друга. У друга. Я что, у него спрашиваю адрес какой-то. То есть у друга, да? Да. А другу как живут? Вы у него поинтересуйтесь. То есть вы не знаете, как друга зовут? Я же сказал, у него поинтересуйтесь. Понятно. Скажите, ранее судимы? Да. По каким статьям? Зачем вам это знать? К уголовной ответственности? Там же все в компьютере есть. Нужно посмотреть это. Скажите, пожалуйста, вы являетесь вором в законе? В компьютере все есть. Мы это вас оставим. Являюсь. Являетесь вором в законе? Да. Скажите, пожалуйста, когда освободились с мышкой свободы? Я уже не помню. Какие совершения совершали преступления до этого? Никаких. То есть, когда вышли, освободились, не преступления не совершали? Я и до этого не совершал. Хорошо. Скажите, пожалуйста, с какой целью приехали именно в Санкт-Петербург? Я рассказал зубы лечить. Вы второй раз уже задаете мне этот вопрос. Именно в Санкт-Петербург зачем? Я же сказал. Зубы не лечат? Видимо, не лечат. Пожалуйста, еще раз сумкой вместе. По швам. Направо повернитесь, пожалуйста. Направо. Видишь, что неграмотный человек. Гости. В армии надо было служить. Это статус по вам. Мне зачем армия? Что? Я не понял. Наркотики употребляете? Да если я руки отрублю. Если я вижу.